Слушайте, я так и не понял до конца, вам нравится эта рубрика или нет. И тем не менее, я один хуй буду ее делать. Распаковка нахуй. Фэрмонт. 5 звезд. Бриллиантовый отель. Ухань. Поехали. Сразу на входе. Заходим. Какая-то гардеробная и макияжная. Или хуй знает, как ее назвать. В общем, зеркала, все красивенько. Вот это сразу прям бесит. Ёб твою мать, ребята, бриллиантовый отель. У вас должен быть такой уровень, блядь, ля. Зеркало какое-то зассатое, блядь. Понятно, погнали. Халат хоть чистый. Бомжи, блядь, не одевали его, не умер никто в нем. Так, здесь какая-то шлю... Я так и не понял, блядь, что это. Дополнительная подушка, походу. Тапочки, все на месте. Поехали в ванная. Ванная классная. Но тоже какие-то пятна, блядь. Какой-то полусифилис, блядь. Так, здесь все красиво, я не спорю, прям круто. И дорогая парфюмерия, даже мылка дорогая. Ну, прям классно-классно. Так, дальше. Душевая классная, но, опять же, доебаться есть к чему. Ребятки, есть, ля. Но что, что он это нахуй? Ну, где, кто насрал, блядь, уже в туалете? Ёб вашу мать. Поехали дальше. Поскольку 14 февраля, вы поняли, да, тут в подгон идет бутылочка вина, два бокала, нахуй просто мне это вино, я только не понимаю. Лебеди, ля, лебеди с кайфом, конечно. Пизду, лебеди. Дальше. Вот здесь открываем и какой-то мини-барчик, типа. Что здесь есть? Водичка, чайник, чаек для льда, кофемашина, кофеек есть. Дальше. Тут что? Тут холодильничек. Со вкусняшками, да? И напитками. Так, закрыли. Дальше. Плазма дюйма 42, наверное, маленькая для этого номера. Philips. Шкафчики. Ой, как удобно, блядь, открываются. Охуеть, какие доводчики итальянские, блядь. Офисный столик с креслами. И, да и, в принципе, все. Вот такой вот он, вроде, небольшой. А вид из окна тоже, я вам скажу, блядь, наверное, параша. Короче, ребятки, если вы хотите мое мнение, я прям крайне разочарован этим номером. Прикиньте, и в этим отелем в частности. Но он не стоит таких денег, он не стоит, блядь, ночь стоит, сейчас я вам скажу, 1300 юаней. Это пиздец, как дорого. Но правда, для такого отеля это очень-очень дорого. Все, моя оценка, 2 пельменя из 10. Ладно, 3.